Ну да, действительно, вот эти помещения, им уже почти 50 лет, со строительством трех общежитий, которые здесь находятся. В свое время здесь был создан клуб «Юность», где студенты могли проводить вечера, культурно отдыхать, здесь были дискотеки, репетиции наших творческих коллективов. Но потом так случилось по разным причинам, что в течение примерно 15 лет мы не могли осуществить здесь ремонт. И вот сейчас действительно мы произвели капитальный ремонт очень быстро, в течение полугода практически. И сегодня здесь мы имеем замечательный зал на 150 посадочных мест, амфитеатром он выстроен. Там вы видели, так сказать, композиции известного нашего художника Андрея Смоляка, кстати, нашего выпускника, который называется «Триптих. Студенческий театр». Здесь замечательная сцена большая, комнаты для репетиций, гримерные комнаты с соответствующими условиями для наших студентов и для тех, кто будет выступать здесь. То есть созданы все условия для того, чтобы студенты могли творчески себя реализовать. У нас все студенты очень активны. В университете функционирует около 100 клубных объединений, в которых занимается примерно 1800 студентов. Наши известные коллективы, 6 народных, носят звание народные, это 4 танцевальных, хореографические, музыкальные коллективы, 2 студенческих театра «Мы» и «Живое слово». И, конечно же, для вот такого большого количества творческих студентов необходимы соответствующие условия. Поэтому этот проект такой активный, такой творческий, он у нас не первый уже. Вот и сегодня мы открываем 4-е по счету наше кафе. Под общим брендом «Наше кафе» оно называется. Ну, а здесь, конечно же, возможности для репетиции. Здесь будет студия звукозаписи. Сейчас мы закупим оборудование, поскольку у нас много музыкальных коллективов. Это тоже позволит студентам себя совершенствовать и реализовывать. Словом, мы делаем все для того, чтобы студенты, наши будущие педагоги, могли совершенствоваться не только как преподаватели определенных дисциплин, быть учителями, но они должны уметь работать с нашими детьми, современными, цифровыми детьми, как мы говорим. И сегодня, к сожалению, интернет не всегда дает возможность формировать коммуникативное качество детей. Поэтому вот творческий учитель, умеющий спеть, станцевать, сыграть на гитаре, организовать такую же работу с детьми, наверное, он будет отвечать всем современным требованиям современного педагога.